Но никто же не собирается каким-то образом, чтобы там наказывать, штрафовать, чтобы бизнесу было плохо. Ну, почему получаются там штрафы? Ну, сам бизнес нарушает. Можно понять, что сегодня тяжело, хотя там, как бы то ни было, все равно продолжать работу, зарабатывать, платить заработную плату и так далее. Но надо очень ответственно подходить к этой работе. Если не хотите, чтобы вас штрафовали, тогда не надо нарушать. И если запрещено этот вид деятельности во время ограничительных мер, на сегодня, например, значит, нельзя работать. Нельзя подвергать опасности жизнь своих сотрудников и клиентов, которые ходят в тот или иное заведение. Пусть это будет магазин или там, кафе, ресторан и так далее, салоны красоты.